С 12 мая новый выпуск еженедельника «Волна». Итак, что же произошло в городе, районе и что еще произойдет? Встреча двух очень разных поколений. Дети войны и нынешние дети. Мы рассказываем на второй странице. А на третьей юноармейский отряд пополнился еще полусотней школьников. Какие работы проведут в парке геологов этим летом? Вся информация на четвертой странице. А на пятой мы рассказываем, как прошли персональные парады победы под окнами ветеранов. Главный праздник нашей страны. Фотоотчет на шестой и седьмой страницах. Более 200 преступлений за неделю. Сводка на восьмой странице нашего еженедельника. Дорога на ГРЭС. Кошмар автомобилистов. Аукцион объявлен. Подробности на 13 странице. Кстати, читайте наш новый еженедельник очень внимательно. Нашли синий штампик? Заказывайте себе бейджик «Счастливчик» и бегом с газетой к нам. Обменяем ее на наш подарок. Максим Лавренов стал победителем конкурса на детской страничке. Позвонил и выиграл сладкий приз. Второй победитель – Степа Львов. Мальчик от нас в подарок деньги на телефон. И вы звоните в ближайшую субботу с 10 до 15 по телефону 355-25. Отвечайте на загадку. Как всегда, в новом номере «Кроссворд» и «Сканворд». Кстати, эрудитам мы тоже с удовольствием вручаем призы. Гороскоп, чтобы вы были готовы к любым поворотам судьбы. И тысячи частных объявлений. Можно продать то, что не нужно, и купить, что нужно. И еще. Наш еженедельник не выходит в понедельник. Он выходит в четверг.